Испытания на силу и выносливость. Соревнования для спасателей проходили в два этапа. Сначала пожарным предстояло подняться вверх по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни. Второй этап – боевое развертывание. Сотрудникам необходимо было подсоединить пожарный рукав, проложить магистральную линию для тушения пожара и поразить мишени. Хочу сказать то, что данные элементы пожарно-спасательного спорта – это не просто соревнования, это как раз та работа боевая, которую личный состав подразделений отрабатывают ежедневно, находясь на дежурных сутках. Это те нормативы, которые они выполняют постоянно в ходе дежурства в течение службы. В июне в Курской области пройдут всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту. Это, можно сказать, так сказать, наша подготовка, генеральная репетиция. Проверяем и себя, и судейский коллектив, бригады, ПТВ, вооружение, ну и, соответственно, как говорится, готовность личного состава. Победителей и призеров наградили медалями.